Друзья, так как основная аудитория нашего YouTube-канала мужского пола, хочу поделиться с вами одним давно позабытым народным рецептом для мужского здоровья. Женщинам также будет полезно посмотреть этот видеоролик для укрепления семейных отношений. Сегодня мы будем готовить средство, которое отлично укрепляет иммунитет, является натуральным допингом для спортсменов, а также очень сильно повышает потенцию. Одна столовая ложка такого средства с утра за полчаса до еды дает колоссальное количество энергии на целый день. А ночью организм работает как перфоратор. Для приготовления этого средства нам понадобится 300 грамм пчелиной пыльцы, столько же грецких орехов, пол-литра меда и 50 грамм прополиса. На мацанку похоже. В состав прополиса входят все микроэлементы и аминокислоты, необходимые для человека. Пропустим прополис через терку. Пыльцу, орехи и прополис засыпем в наш блендер. Чтобы все это хорошо перемешалось, залим сюда 250 мл питьевой воды. Все это перемешаем с медом. Хороший нехимический допинг для тех, кто ведет активный образ жизни. Злоупотреблять этим средством не стоит, так как на животе будет тяжело спать. И ни в коем случае не смешивайте его с алкоголем, а то действие зелья усиливается. За то, что по-мужски ходить по жизни –